Ремонтные работы по улице Арбузова завершены. По договору с Крудором, между нами и Крудором, были взяты контрольные вырубки на исследование их, соответствуют они нормативным требованиям или нет. Вот, совсем недавно пришел ответ, что из 5 одна вырубка не соответствует. Значит, еще повторные вырубки на этом направлении взяты с тем, чтобы исключить или подтвердить взятые ранее пробу. И приблизительно в это же время на этой неделе к нам пришло письмо от подрядной организации с просьбой принять выполненные работы комиссионно. Я думаю, что до конца недели, наверное, мы будем знать уже повторные пробы, результаты их, и уже на следующей неделе соберем комиссию, которая у нас имеется по распоряжению, и на следующей неделе будем принимать эту дорогу. А у вас есть какие-то замечания по работе? У нас были замечания, мы их оформили в письменном виде и по электроночке направили. Значит, подрядчик откликнулся на это и поработал над этими вопросами. Что у вас в перечень замечаний? Для понимания, что они должны были устранить, что вам не понравилось? Не были там доложены некоторые вещи из асфальта. Вот, в частности, на перекрестке улицы Арбузова и Чехова тротуар. Были там вопросы по бордюрному камню. По сколам. Были вопросы по наведению порядка, там вот такие благоустроительные моменты. Были вопросы по стыковке, примыкание, чтобы он мне объяснил с точки зрения таких дорожных вещей. Вот такие вот вопросы были.